Добрый день, любители рыбалки. Вот мы приехали на рыбалку, и смотрите, какой у нас заезд на заход на лед. Грязь по колено, водичка он уже гуляет. Да, вода. Ваня, покажи. Уже водичку. Вода? Да, вода. Уже вот. Вода стоит. Все. Будем пробовать. Да, идем на лед, будем пробовать. Все, пошли. Людей еще, да, людей полно. Да, ты уже на льду. Людей да. Пока полно. Самое главное, знаешь, что вот это? Самое главное, что у нас самки есть. Я говорю, самое главное, что самки. Давай, тащи рыбу. Шубочки. Я же говорю, вот как начинаешь снимать, клюв резко прекращается. Ну да. Я же вот до этого клевал. Тоже геморрой, с телефоном вот это сидеть. Давай, вытащи, покажи людям рыбу. Я могу показать, но в ведре. Так, ты зарядку оставил, чтобы было вот, если у меня не получится сделать завершающую. Да. Это я ж хочу вытащить уже. Давай. Потихоньку. Короб. Тихо. Сильно не дай. Ловушку не давай. Аккуратно. Потихоньку. Да. Потихоньку. Блядь, короб. Тихо. Не мочись. Зачет. Все? Ты доволен? Доволен. Ну, карась зачетный. Смотри. Ну, ладно. Ты вообще пяточку не утащил. Красавчик. Покажи карасика, размер разверни. Покажи. Ну это карась. Это зачет. Так. Молодец. Зачет. Все, дорогой. Давай. Пока батарея не села. Давай, я снимаю, давай.
ну что, вот он лов. Есть хорошие караси, но мелких. Ну, как-то так. Ножкой карася пропустил. Все, поехали домой. Все. Все. До новых встреч. Нет, это, наверное, закрытие нашего зимнего. Закрытие 100%. Ну, пока, давай. Все, хорошо. И погода какая, апстрик какой закат. Она красивая будет. Будьте здоровы, никуда не чешуй. Да, давай. Под нами трещит, да. Человек побежал, лед уже покрыл. Народ под двое, по трое идут, не боятся. Ну это все уже, это уже финишная прямая. По-моему, это шабаш. Да, это было закрытие сезона. 100%. Да ну его. А как он трещит, классно. И проваливается под ногами. Все. Близко не подходи. Стойку не сниму. Вот. Едем домой с рыбалки. Красота неописуемая. Ай-яй-яй. Красиво. Завтра ветер будет. Видишь? Все, не сомневаюсь. Закрыли рыбалку в этом году. Зимнюю рыбалку мы закрыли. Все, будьте здоровы. Я 10 раз говорил, до свидания.